Ба, ну чё тебе? Я занята. Ничего тебе. А брось телефон и подойди ко мне. Бабун, отстань, говорю же, я занята. Да ничем ты не занята. Умойся, оденься и спускайся немедленно. Толще веков скрыты от нас времена седой античности. Свидетели той далекой поры давно стали героями мифов, и мы думаем, что не было их вовсе, они лишь плод воображения первых в истории литераторов. Тем удивительнее воспринимаются открытия, сделанные советскими археологами на Крымском полуострове. Здесь каждый год находят уникальные артефакты. Бабун, ты чё? Я с тобой заикаться начну. А это знаешь, как у артистов называется? Профнепригодность. Заикание вообще не лечится.
Настя, твой телефон здесь. Ба! Зачем? Вот лейка, в ней вода. Полей цветы, мне тяжело. Не могу я цветы, я сейчас на тур поеду, я же готовлюсь. Не морочь мне голову. Ни к чему ты не готовишься. Готовлюсь, я готовлюсь, слышишь? Телефон мой верни. При поливе хризантем телефон не требуется. А в институте требуется. Вдруг там что-то произойдет, а я не узнаю. А что, например? Что, что? Ну, что произойдет? Уеду. Вот поступлю и сразу в общагу перееду, а потом стану суперзвездой и вообще с ней разговаривать не буду. Никогда. У меня вода кончилась. Лей под корень. Больше проливаешь и марш завтракать. Ба, это что, каша? Прошлый век. Да чтоб ты знала, сейчас такое по утрам уже не едят. А что же нынче по утрам едят? Кино. Или фраппе на миндальном. Фраппе? Насколько я понимаю, фраппе пьют. А у тебя вместо фраппе морс? Олег, я могу единорогов уводить? Единорогов? Можешь. Пошли. Фигню эту как снять? Сейчас покажу. Поставим. В следующий раз крепи получше. Что-то ярковато. Так диафрагму прикрой. Мы готовы снимать. Давай на исходное. Сделается. Олег. А, ну что там? Да ничего, послал меня. Ну а что делать будем? А что делать? Снимать надо. Нормально. При живом-то режиссере. А ты для чего? Да я бы за, только Герман мне башку оторвет. Я это ни есть, ни пить не буду. Как хочешь. Ближайшая электричка через 40 минут. Успеваешь с запасом. Отдай мне телефон сейчас же. Овсянка и морс. Ты ему звонила? Звонила, едет. Василий Палыч. Василий Палыч. Он там живой вообще? Я тебя постучу. А? Это сейчас по башке постучу. Живой. Меня достало ждать с 8 утра. Весь текст уже вылетел нафиг. Свет. Когда снимать будем? С Слушайте, этим надо что-то делать. 7 сцен еще на сегодня. Ага. Вася. Васенька. Васенька, ну открой, пожалуйста. Девка, ну хоть ты-то из меня жила, ну не тяни. Дохлый номер. Запасайтесь, дьяволы, гробами. В котором часу у тебя испытание? Откуда я знаю? Ты же мне телефон забрала. И это не испытание, это тур, приемный тур. Не понимаю, как связаны телефон и время. Или время назначает телефон? Время, дорогая моя бабулечка, назначает приемная комиссия, чтобы ты знала. И его могут перенести. Ну, тогда в институте напишут объявление. Никто так уже не делает. Сейчас все новости из Анеты узнают. Я, конечно, в маразме, но время твоего тура помню без телефона. Он назначен на 3, сама говорила. Приветики, покасики. Сама знаешь, сама спрашиваешь. И как это называется?
Александр Наумович, мы к нему и так, и эдак бесполезно. Пьет? Пьет, пьет. И трубку гаденыш не берет. Здесь. Оставьте меня, ну зачем вы меня обижаете? Я брат ваш. Белочка, что ли? Гоголь, шинель. Вася, подъем. Ася. Саня. Саня приехал. А ты что, явился-то? А, понял, понял. Кино снимать будешь? Ха-ха. Браво. Молодец. Дверь закройте. Волнуешься? А ты как думаешь? Там знаешь, сколько блатных? Где мой телефон? В рюкзаке. Позвони, когда освободишься. Угу. И мой тебе совет – постарайся. Просто постарайся. Слушай, чем советы давать, лучше помогли. А то живем как в пустыне. Ни связи, ни знакомств. Матери на меня вообще плевать. Так не ерунди, Настя. А вот был бы жив папа, он бы позвонил, и меня бы сразу взяли. В артисты по звонку не берут. Тут талант нужен. Талант. Много ты понимаешь. Там знаешь, какой конкурс? 1000 человек на место. Ну, значит, выберут самых достойных. Ага, конечно, достойных. Покасики. Так не задерживайся. И на дороге осторожнее. Само собой. Не закончишь пить, я тебя вышвырну. Не получится. Что? Вышвырнуть меня у тебя не получится. Это те денежки-то под меня выдают, под мое имя. Вот. Народ, наш народ уже давным-давно ждет с нетерпением новую фильму от любимого режиссера Василия Филиппова. О. Выгонишь меня, потеряешь проект. Вася! Ты себя когда последний раз со стороны видел, Вася? Нет режиссера Филиппова уже давно. Нету, ноль! Только имя и осталось. Дурень ты старый, я тебе шанс дал, а ты его пропиваешь. Не надо, не надо. Не такой уж я и старый. Во-первых, это. А во-вторых, что. Слушай, тебя, может, баба бросила опять, а? Да? Кто на этот раз? Саша. Саша, я художник. Художник, понимаешь ты это? А женщина – это моя муза. Я без музы никуда. Я спросил, кто на этот раз. А муза, воспой Артемиду. Родную сестру дальноверса. Стрелы любимую деву, совместно взращенную с Фебом. Гомер. Вот так. А знаешь что? Ничего я тебе больше не скажу. Ну еще. Я же ноль, пустота. А пустота, братец мой, она молчит. Всегда молчит. И я помолчу. Все. Скотина. А может быть, сегодня Олег доснимет? Александр Наумович.
Если что, я готов. Я буду работать только с Филипповым. Света, с кем ты будешь работать, решать буду я. Ясно? Ну-ну. Так что, Александр Наумович, что делать-то будем? Ничего. На сегодня смена закончена. Угу. Всем спасибо, смена закончена. Позабылись родимые дали, первый раз я запел про любовь. Пускай седины обнаруживает стрижка и бритье, пусть серебро годов вызванивает уй мою. Надеюсь, верую, надеюсь, не приведет ко мне позорный. Мне бы только смотреть, наоборот, что прошлое не любя. Пусть не смогла к другому, просто нежная любовь. Если знала ты сердцем упорным, как умеет любить хулиган, как умеет он быть покорным. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Так, представьтесь, пожалуйста. Настя. Анастасия Морозова. 17 лет. Заканчиваю школу вот сейчас. Не заканчиваю, оканчиваю, голубушка. Так. Вот у вас в анкете я вижу Феофан Кон, Тэфи, Достоевский. Феофан Кон. Это кто ж такой? Это очень хороший писатель. Ну нельзя же так, девочка. Кона нельзя? А у меня еще басня есть. Лиса и бобер. Ну при чем тут Кон? У вас Достоевский только на третьем месте. Где Тэфи, а где Достоевский? А уж Кон. Я станцевать могу, спеть. Пусть сразу спляшет Мария Григорьевна дуэтом с кем-нибудь. Секундочку. Игорь Маркович, девочка готовила репертуар. Так, начинайте, голубушка. Угу. Достоевского? Нет уж. Давайте Кона. Повысьте, так сказать, уровень нашего образования. Угу. Феофан Кон. Ледяная роза Агурии. Он ехал по равнине шагом, опасаясь провалов и трещин. В здешних краях они встречались повсюду. Дня не проходило, чтобы недра этой несчастной планеты не сотрясали судороги. Словно свирепый великан, терзаемый астмой, заходилась кашлем гранитная твердь, трескаясь тут и там. И не было спасения в такие минуты. Два голубых солнца, висевших над зубчатыми пиками ледяных скал, освещали мертвенным светом долину теней. Так назвали это проклятое место проводники. Особая каста проводников ютилась в скальных пещерах, куда никто не знал хода. От страха его тренированная выносливая хорса щерилась. Какие люди! Какие люди совсем не в Голливуде! Вот кого я ждал, вот ради кого мучения принимал нечеловеческие... Здравствуйте! Здравствуй, здравствуй! Можно к вам? Ты еще спрашиваешь, сколько лет, сколько зим, родные ж стены! Ирина Степановна, уступите, пожалуйста. Ой, пожалуйста, спасибо. Ирочка, садитесь сюда. Вот, вот. Посмотри. Какая нынче талантливая молодежь к нам. Так и ломится, так и ломится. Но. Ну, какими судьбами? Выходной организовался. Так. У нас съемки отменились. Филиппов в загул ушел. Опять? Ну, ты подумай, это что ж такое-то? Игорь Маркович. Да-да, Марья Григорьевна. А, да-да, продолжайте, продолжайте. Голубушка, давайте-ка лучше басню. Да, давайте. Лиса и бобер. Отлично. А, слушай, а когда списки будут? Обычно вечером. А этот в очках, он мастер курса? Не, мастера на предварительный не ходят. А. Это ректор. Ого. А Дольчикова что, курс набирает? Был бы клёв такого мастера. Ты чего?
Какой она мастер? Ну, она же просто артистка. Приветики по-кайски, просто артистка. Ты чё, она в Америке снималась? В Америке. Певченко. Симонян. Эти списки будут дурацкие. Что? Сесть, говорю, негде. Привет. А, привет. Да, людишек многовато. Ты это что, читать будешь? М? Я говорю, они точно слушать не будут. Они вообще книги не слушают. Кто не слушает? Они. Или ты уже читал? «Тихий Дон»? Ну, конечно, читал. Сейчас перечитываю. А ты кому поступаешь? А, я уже поступил в прошлом году. Только не сюда. А куда? Вот. А что такое ФСАА? Факультет стран Азии и Африки. Это в университете. А там что, артистов готовят? Нет, там артистов не готовят. Я историком буду. А сюда с другом пришел, с Ромкой. Он в прошлом году завалил, и вот теперь боится, что снова завалит. Я с ним для моральной поддержки. Понятно. Зовут тебя как? Даня. Даниил Лепницкий. Меня Настя. Очень приятно. Можно? Да, конечно. Интересная? Великая. Папа говорит, таких книг в истории мировой литературы по пальцам одной руки пересчитать. У меня нет папы. Умер. А у меня мама умерла. Давно я ее почти не помню. Виктор Владимирович. О, Людмила. Здрасте. Здравствуй. Вы Свету Дольчикову не видели? Дольчикову? Нет, не видел. Она здесь? Да, сюда поехала. Ладно. Я видела. Где? А она там на прослушивании сидит. Ну, покажи. Пойдемте, провожу. Она классная, правда? Я все фильмы с ее участием видела. А вы тоже актриса, да? Нет, я не актриса. А кто? Человек. Здесь. Павианы рычат средь кустов молочая, перепачкавшись в липком и белом соку. Громко-громко рычат средь кустов молочая, перепачкавшись в липком и белом соку. Мчатся всадники, длинные копья бросая, из винтовок стреляя на полном скаку. Выше только утес, ноги и стремнины, где кочуют ветра, далекуют орлы. Человек не взбирался туда, и вершины под тропическим солнцем от снега белы. И повсюду... Спасибо. Спасибо. Следующий. Что еще случилось? Герман хочет обсудить с тобой ситуацию с Филипповым. Велел тебя привести срочно. Сейчас. Саша, я обязательно нужна прямо сейчас. Он меня, как и тебя, не слушает. Попроси Зою. Хорошо, приеду. Не задерживайся. Это надо перекурить. Хорошо. Я тебя в машине жду. Внизу. Угу.
пожалуйста. А можно вас автограф попросить? Пожалуйста, я вас так люблю, вы невероятные. Особенно в этом фильме «Романс о любви» и «В диких снегах». «Романс о любви» звучит как-то глупо. Нет, ну просто других романсов не бывает. Ну, нет романса, допустим, о пришельцах или о танках. Вот. Название фильмам даем не мы. Где расписаться? Спасибо большое. Зачем она в книжке-то расписалась? Руку убери. Она же не Шолохов. Ты чего? Это же Дольчикова. Да, кто такая твоя Дольчикова? Приветики по-каски. Актриса крутая, что, не знаешь, что ли? Да я по ним не очень. Это Ромка всех знает. И актеров, и режиссеров. Какие у нее часики прикольные. Прямо в книге расписалась. Что я папе скажу? Блин, а чего дурочка с ней селфи-то не сделала? Ну, заходи почаще. Обязательно. До свидания, Алексей. Буду рад. Побежали, чего? А? Ты вроде как ей понравился. Давай, давай, быстрее. Репертуар важен. Сейчас все просто помешались на броску. Вы Дольчикову не видели? Я тебе говорила, что это была Дольчикова. Так видели? Вниз пошла. Наверх. Вниз. Наверх. Она вроде курить собиралась. А я откуда знаю? Где у вас тут курица? Бросать надо, сеньорита. Да последний докурю и брошь, число. Ты где? Там, через сцену, на балконе. Ага. Спасибо. Пойдем. Блин, никого, облом. Пошли, может, на входе ее поймаем? Она наверняка только что ушла. Может, еще успеем? Да, не пошли. Подожди. Че там? Ты чего так трясешься? Чего? У нас была собака. Большая и лохматая. Тяпа. А потом она умерла. Ну, Тяпа — это очень хорошее имя для собаки. Какой она была породы? Никакой. У нее не было породы. Просто она была наша и жила с нами. Марья Григорьевна, вопросик имеется. Чего тебе, Малинин? А что с народом-то делать? Никто не уходит, все ждут. Кто в списке, а кто не успел, так новые даты хотят. Не знаю я, Малинин, не знаю. Объяви им, что все результаты будут завтра. Мы сегодня все равно ничего не решим. Хорошо. Спасибо, Николай Павлович. Не за что. Убийство, чушь какая-то. Ну а мы-то чего здесь ждем? Следственных действий, я так полагаю. А уж когда дождемся, одному Богу ведомо. Значит, приехала неожиданно. А зачем? Что зачем? Зачем Дольчикова приехала в институт? Она сказала, что у нее съемки отменились. Я сам когда-то ее на экзамены приглашал. Она у нас училась, факультет актерского искусства окончила. Угу. Училась, значит. Сергей Петрович. А. Минутку. Ну что там у тебя, Павлуш? Только что по поводу Лепницкого звонили. И что? Папенька его нервничает с легонца. Еще и Лепницкий на мою голову. Не, ну был бы Сидоров или Пахомов, а тут Лепницкий. Что делать-то будем? Что делать, зови. Угу. Я давно говорила, что надо дверь на пожарную лестницу закрыть. Как закрыть, Ирина Степановна? А пожарная безопасность? Курить меньше надо.
кто вам вообще сказал, что она оттуда упала? Упала, упала. Вон, дети видели. Вы что, действительно видели, как она оттуда падала? Нет. Мы только видели, как она... Видите ли, мы... Лепницкий, Данил Андреевич. Это я. Пройдемте со мной. Заходи. Извините, пожалуйста, извините. Подождите. Подождите. Нам вместе надо, мы вместе были. Девушка, пока туда нельзя, вас вызовут. Понимаете, он тут ни при чем. Если бы не я, он вообще бы туда не пошел. Он даже не поступающий, это я поступающий. Он даже автограф у актрисы не хотел брать. Он даже не знал, что она актриса, понимаете? Да я понимаю, понимаю. Чего ж тут непонятного-то? Вы только не волнуйтесь, барышня. Угу. Паспорт с собой? Да, конечно. Вот. Угу. Так. Лепницкий Данила Андреевич. Сергей Петрович тут. Ну что еще? Майор, день добрый. Простите за вторжение. Я по поручению Андрея Даниловича. Лепницкого надо отпустить. Ну, конечно, отпустим. Все непременно отпустим. Вот даст показания в порядке живой очереди. И вперед на все четыре стороны. Майор, вы не поняли. Его надо отпустить сейчас. Простите, пожалуйста, Настю Морозову... Нет. Не знаете? Не Настю Морозову, девочку, ой, не знаете? Не знаю. Здрасте. Извините, пожалуйста, а... Кто здесь главный у вас? Вот туда проходите. Там? Ага. Спасибо. Пойдем. Разрешите. Паша, дверь закрой и порядок наведи там. Устроили проходной двор. Простите, пожалуйста. Женщина, Настя, женщина, ты как? Остановитесь. Господи, ты в порядке? Мам, зачем ты приехала? Женщина, выйдите отсюда. Подожди, Павлош, ты сам выйди. Тут у нас, походу, Санта-Барбара началась. Мам, отстань, тут серьезные дела. Ты что, не понимаешь, что ли? Да, дела серьезные, мамаша. Вы же мамаша? Да. Отпустите ребенка. А ты паспорт свой давай, поступающий. Угу. И вы тоже. И сядьте уже, сядьте обе. Пожалуйста. Так. Морозова Антонина Федоровна. Что такое? Паспорт потеряла? Дай сюда. Пожалуйста. Зовут меня товарищ майор Мишаков. Я расследую дело погибшей Дольчиковой. Показания записываются по всей форме. Так что выдумывать чего не было, не советую. Я не буду ничего думать. Вот это молодец. Это правильно. Так. А ты у нас несовершеннолетняя. Да. Значит, беседовать можем только в присутствии родителей. Матушка у нас в наличии. Редкая удача. Излагай. Садись в машину. А вот теперь объясни мне, как ты умудрился вляпаться в эту историю? Пап, никуда я не вляпывался. Я просто пошел с Ромкой на экзамен для моральной поддержки. Для поддержки? Там все получилось, как в кино, понимаешь? Мы только что видели ее живой. А через 10 минут она... мертвая, понимаешь? Ты там ничего не трогал? Да нет, конечно. Я сразу позвонил тебе. Молодец. Папа, вдруг ее правду убили? Это не твое дело. Кому надо, разберутся.
Не лезь, понял? Вадим, поехали. Я с ней селфи хотела сделать, хотя она не накрашенная была, ну прям ужас. Ну, думала, сфотку выложу. Но мы и пошли. А Даня еще нанял всю дорогу, то, что она у него в книжке-то расписалась. Но она же не Шолохов, она же не Шолохов. А на третьем мы поднялись, там табличка была. Курить запрещено. Настюш, ты рассказывай связанно, ничего же непонятно. Мам, отстань! Значит, вы с Лепницким отправились за актрисой Дольчиковой, чтобы сфотографироваться. Поднялись на третий этаж и вышли на балкон. Угу. Ну вот, человеку понятно, только тебе все непонятно. Ничего-ничего, обойдется. Это у меня будильник. Отвар язвенный по часам надо пить. Термос передайте, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. А ты, когда поднялась на балкон, на часы не посмотрела? Точно, часы. У нее часы были такие прикольные, типа медальончика. И они у нее пропали. Точно говорю вам, пропали. Когда она внизу лежала, их уже не было. Прям так и пропали? Да. Я вам правду говорю. Да вот, смотрите. Сейчас. Вот. Ты что, фотографировала, ну, что ли? Ну, что такого? Может, ее из-за них убили? Видите, здесь медальона нет? Нет. А здесь есть. Павлуша! Сходи-ка посмотри на потерпевшей. Часы в наличии? На балконе пошукай. И внизу команду дай, чтоб в травке пошарили. Вот такие часы в виде медальона. Шустренько. Угу, сделаем. Курят они. А курить нельзя. Сказано же, запрещено курить. Нет, все равно. Лезут, падают, шеи ломают. А товарищ майор, разбирайся. Ложкин, рот убери. Понял. Граждане, попрошу очистить территорию. Что происходит-то? Мы домой едем. Да не поеду я, что там делать-то? Да мне надо еще списков дождаться. Настя, там человек погиб, ты что, не понимаешь? Вау, а ты понимаешь? Послушай меня, если ее убили, то будет расследование. И тебе придется... Не перебивай меня, пожалуйста. Тебе придется отвечать на вопросы, и тебе придется доказывать, что это не ты. С тем мальчиком зачем-то спихнули эту актрису с лестницы. Ну, мам, ты что? Ничего. Ничего не выкладывай в интернет, поняла? Как я тогда расскажу, что я мертвую Дольчикову нашла? Никак. Ничего ты никому не расскажешь. То есть всем можно, а мне нельзя? Я не знаю, как всем, я тебе запрещаю. Ты поняла меня? Приветики-покасики. Че, с ума сошла, что ли? Если ты хоть что-нибудь выложишь, я телефон у тебя заберу и ноутбук тоже заберу. И я сейчас не шучу. Я тогда из дома уйду. Да пожалуйста. Тот майор тебя в два счета найдет. Хорошо, а что мне еще нельзя? Фотки выкладывать нельзя, обсуждать нельзя. Что еще? Выдумывать чего не было. А что это я выдумала? Да хотя бы про часы эти. Да ты что, ничего я не выдумала? Часы и правда пропали. Вот. Что, съела? Мам, ты что? Все в порядке? Не смей это никуда выкладывать, вообще удали лучше. Все. Закончен разговор. Фигушки. Ужасное несчастье. Ой. Ты хоть проэкзаменоваться успела? Успела.
Ну и как успехи? Не знаю. Завтра списки повесят. А тот мальчик, он из поступающих? Нет. Он с другом просто так ходит. Он уже поступил в прошлом году. Не помню, для каких-то африканцев. Он что же, африканец? Да нет, бабуль, ну какой он африканец? Факультет так называется. Для африканцев. Страна Азии и Африки, может? У него папаша какой-то крутышка. Даже поговорить нам не дали. Мужик с проводом в ухе его уволок куда-то. Нечестно. Тебе чайку налить? Нечестно. Пейте сами свой чай противный. Это, кажется, сын Лепницкого. Точно. Фамилия Лепницкий. А что за Лепницкий? Ну, генерал ФСБ, известная личность. Первый раз слышу. Член президентского совета. Я слишком далека от президента и его советов. Ой. Ладно, мам, я пойду работать. Мне еще много, в общем, надо написать. Настюш, не засиживайся за компьютером, ладно? Ложись спать. Не понимаю, что ты вообще эту работу домой тащишь? Чего вам там в офисе делать нечего? На прошлой неделе притащила биографию этого, как его, борода лопатой, Курочкина. Ага, Курчатова, серость. Ой, это ужасно, что я вырастила тебя таким темным человеком, Настюша. Просто ужасно. Ничего не темным. Отцовскую фотографию в шкаф верни. Фигушки. Все, что надо, есть в инете. Чтобы быть образованным человеком, надо не в инете сидеть. Знаю, знаю. Книжки читать. Невидимка. Я просто вижу. Откуда они у нас? С революционных времен, это точно. Надо было давно ей все рассказать. Девочке совершенно незачем это знать. Всему свое время. Thank you.
Под толщей веков скрыты от нас времена седой античности. Свидетели той далекой поры давно стали героями мифов. И мы думаем, что не было их вовсе, а не лишь плод воображения первых в истории литераторов. Тем удивительнее воспринимаются открытия, сделанные советскими археологами на Крымском полуострове. Здесь каждый год находят уникальные артефакты. Настя! Настя! Это что за безобразие? Настя, выходи немедленно! Настя! Чего еще, ба? Я сплю. Ты зачем скинула свой рюкзак на мои цветы? Я? Нет, я. Бред какой-то. Ничего я не скидывала. Что, он сам по себе из окна вывалился? А я знаю. Может, нас барабашка завелся? Все в земле. Настя. Бабун, ну я правда не знаю, как он тут оказался. Че, где мать? Не мать, а мама. В город уехала. А чё так рано? Ну, у нее там совещание в офисе. В офисе? Скукотища? Давай-давай, активней. Ага. Совсем забыла про здоровый образ жизни. Все, что набрала, надо сжечь. Ты где пропадал-то? На библиотеке сидела. А-а-а. Я ж заявку новую пишу. И с текущим сценарием одни проблемы. Не принимают. Дина, я его переписывала 13 раз. Шутишь? Отнюдь. Какие шутки? И каждый вариант был хуже предыдущего. Я по требованию редактора постепенно вычеркнула оттуда все, что делает жизнь жизнью. Сначала вычеркнула собаку, с ней возни много, потом бабушку. Старая некрасивая, никто на нее смотреть не будет. А потом зиму заменила на лето, ну потому что в сериале всегда должно быть лето. Фух. Ба, ты ничем не сказать не хочешь? Я хочу, чтобы ты застелила кровать и села завтракать. Откуда это у тебя? Настя, это очень плохо. Что плохо? Подслушивать плохо. И брать чужое без спроса тоже плохо. А по-моему, бабулечка, обманывать родную внучку еще хуже. Да и дочь еще. А что дочь? В театральный поступает. А, сколько стоит? Что? Поступление в театральный, сколько стоит? А, да нет, она так по конкурсу. А, он туда не поступит. Надо Германа попросить, у него там ректор, лепший кореш. Да, ну я тебя умоляю. Какая она актриса? Ну и потом, это такая профессия. Есть способность, поступишь, а нет, так нет. Ну, они сейчас не так рассуждают. Моя мне говорит, вот, мать говорит, ты мне обязана обеспечить высокий уровень жизни. А чего просто высокий уровень жизни, а не уровень жизни герцогини при дворе британской короны, например. О, божество твое приехало. Что-то она рано сегодня. Пойду я. Ты б с ним поговорила. По поводу сценария-то, а? Ты с ума сошла? Где я и где он? Ну смотри, а то могу протекцию устроить. Ой, вот этого уж точно не надо.
Ладно. Не волнуйся. Как-нибудь уладится. Ага. Надо съесть чего-нибудь. Наполеон. Нет, лучше пирожное картошка. Такой медальон был у этой бедной девочки. Да не такой, а прямо этот, ба. Улика. Открывается вот так. Это часы моей прабабушки, Анастасии Павловны Марзуцкой. Красивые. Видишь букву А? Это значит Анастасия. А еще у них есть такой секрет. Надо соединить большую и маленькую стрелки и нажать здесь. Ух ты! Это зачем? Сюда можно что-нибудь спрятать. Например, любовную записку. Вот это часики. Они всегда были в нашей семье. Так что не придумывай, пожалуйста. Никто тебя не обманывал. Дина, мне нужна полная информация по проекту Филиппова. Сколько успели снять с Дольчиковой? Сколько осталось? И вообще, сколько было смен? Хорошо, Александр Наумович. И еще, Дин, пусть подготовят рабочие материалы. Я посмотрю. Будет сделано. Посмотри. Ну, посмотри. Они точно такие. Настя, ну, бывают очень похожие вещи. Возможно, их делал один и тот же мастер. Бабу, ну, они дорогие? Думаю, не очень. На скифскую коллекцию Эрмитажа не потянут, не надейся. Они старинные, серебряные. Знаешь, что я думаю? Из-за них ее и убили. Точно тебе говорю, из-за них. Значит, имеем две версии. Несчастный случай и убийство. А если самоубийство? Третий этаж? Вряд ли. Повыше бы забралась. Тут скорее ноги переломать, чем шею. Хотя, конечно, и это надо отработать. Сергей Петрович, а если ее из-за медальона убили? Медальон-то мы не нашли, наши ребята там все тщательно осмотрели. Павлуш, ты только особенно не возбуждайся, ладно? Убили. У этой Дольчиковой мог, например, сердечный приступ приключиться. Как в сериале. В сериале же всегда сердечный приступ бывает. Рано или поздно, поздно или рано. Упала, медальончик отлетел. А народ там шарохалось. Мама, не горюй. Кто угодно мог подобрать. Коллеги, я вас огорчу, но никакого сердечного приступа у вашей подопечной не было. Смерть наступила в результате удара вследствие падения с высоты примерно 7 метров. Следов борьбы не наблюдается, но... Что но? На шее сзади присутствует свежая царапина. Что за царапина? Поверхностная, вызванная механическим воздействием трения о кожу. Не исключено, что перед тем, как потерпевшая упала, у нее... шеи что-то сорвали. Да плевать мне на его заслуги. Он что, Феллини? Орсон Уэллс? У меня вон молодые талантливые в очередь стоят. И все-таки, Александр Наумович, я настоятельно рекомендую вам не горячиться и продолжить фильм с Филипповым. Хорошо. Но это только из уважения к вам. Благодарю. Всего доброго. Месть богини. КПП, отчеты по съемочным дням и монтажке. Материал будет готов через час. Дин, свяжись с редакторским отделом. Мне нужен сценарист. Угу. Нет. Мне нужен очень хороший сценарист. Прям все пирожные кончились. Угу. Совсем-совсем? Совсем. И что, сегодня уже не будет? К сожалению, нет. Как там сардельки мои? Готовы? Да. Замечательно. Пожалуйста. О!
Приятного аппетита. Спасибо. А сардельки еще есть? И сардельки, да, и сосиски. А что ближе к здоровому образу жизни, сосиски или сардельки? Господа, артисты массы. Сосиски. Садитесь за столы. Дайте мне две сардельки, пожалуйста. Нет. Морозова, давай выпей со мной, я тебя прошу. За Светку. Да я не пью. Давай Светку помянем. Светку мою, ведь ты ж пойми, они не ее убили, они меня. Меня убили, понимаешь, стреляли и попали. Одним выстрелом и в сердце наповал. К Дольчикову же вроде не стреляли, это же несчастный случай. Не, Сонечка, ну ты же ничего не знаешь. Они же нас обоих убили. Обоих. Они любовь мою убили, уроды. Так, ты это, Вася, понимаешь? Что там? Тебе проспаться пора? Да, ну что ты делаешь? Ну, интеллигентный человек. Дима. А, Василию Палычу больше не наливать. Будет сделано, Александр Наумович. Антонина Федоровна, мне нужно с вами поговорить. А какая она была девочка? Вам со мной? Да. Она и желательно сейчас. Верна, так, Василий не даст нам понимаешь. Поговорить. Идите со мной. Я с ней только понимали. Друг друга, вот мы с полувзгляда. Васенька, поезжайте домой. С полусловом. А что говорить? Как жить? А я в четырех музыках одну и ту же программу читал. Что, прокатило? Везде прокатило. Спасибо. Привет. Ой. Привет. Сори. Вчера нашла. И я. И с парнем потом каким-то в зале сидела, да? Угу. Я тебя видела. Меня Джесс зовут. Меня Настя. Поступаешь? Угу. И я. В том году пролетела, в этом, походу, тоже пролечу. Глухой номер. Они только блатных берут. Ну ничего. В актрисы можно и без этого попасть. Это как? Ну как, в кино сняться, например. Угу. Ничего себе! А я даже не подозревала о существовании здесь такого. Декорация. А что это вы? Едите. Сейчас никто не ест и не пьет. Ну, как-то хочу и ем. Ну и правильно. Ешьте, не стесняйтесь. Присаживайтесь. Благодарю. Вы извините, Василия. Пьет, как сапожники, не по делу. Гнать его надо, да заступников много. У него в Минкульте кто-то, да? В Минкульте. Спасибо, Дим. Угу. Сегодня уже звонили. Просили с гением поаккуратнее быть. Картошка. Простите? Пирожная картошка. Просто он сказал, что ее нет, и сегодня уже не будет. А, ну это мне отложили. Хотите? Хочу. Угощайтесь, а потом поговорим. А ты его сегодня не видела? Кого? Ну, того парня, с которым мы вчера сидели в зале. Не, не видела. О, смотри, доска объявлений. Списков нет.
спросить не у кого. Хорошо, Игорь Маркович. Ты в больнице, нет такого. Да, если что, позвони. Там, кажется, есть кто-то. Спросим насчет списков? Ну ты спроси, я не пойду, мне стрёмно. Ладно. Прикольный звонок. Ага, самой нравится. Алло? Привет. Не, я в Питере. Ага, поступаю. Прикинь. Можно? Ты кто, абитура? Если к ректору, то обломись, его сегодня не будет. Или ты насчет списков? Да, насчет списков. А когда они будут? Понятия не имею. На, вот лучше водички набери из той бутылки. А вы тут учитесь? Выучился я давно. Вы артист? Угу, Погорелого театра. Ну, а правда? Если правда, не артист. А, ясно. Мой романтический орел померк в ваших глазах, прекрасная Сильфида. Меня Настя зовут. Чудесно, а меня Олег Аллилуев. А, вы тут преподаватель. В каком-то роде, да. Кстати, можно на «ты», потому что в данный момент я поливальщик из лейки. Ну, а серьезно? Серьезно? Режиссер я. Спектакль тут с молодняком ставлю. Игорь Маркович попросил по старой памяти. Ты когда прослушивалась? Вчера. Угу. Вчера. И как твоя фамилия, искательница своего места в искусстве? Морозова. Так, Морозова. Морозова Анастасия. Минус. Ну, ты не расстраивайся, в следующем году попробуешься. Не буду я переписывать сценарий Филиппова. Я вас прекрасно понимаю. У вас погибла исполнительница главной роли, и вам нужно как-то разруливать ситуацию. Ну, слушайте, а почему бы, например, Филиппову самому это не сделать? Ну, вы видели, в каком он состоянии? Состояние пройдет. Наверное. Нет, послушайте, ну почему же я-то? Потому что редакторы сказали, что вы у нас лучший автор. Да? А они не сказали вам, что я уже дюжину заходов к ним сделала с текущим сценарием? Сказали. Они сказали, почему? Они считают, что вам лучше писать сценарий для авторского кино, а мы стоим ногами на земле. Ой, да при чем здесь это? Просто я... Я, когда сценарий пишу, я стараюсь, чтобы в кино люди были похожи на людей. Дети на детей, дома на дома, и мне ни разу это не удалось. Вы можете себе представить? Ни разу. Хотя я написала уже целую кучу сценариев. И что мешает? Вы. Хм. Мне каждый раз говорят, что Герману это не понравится, Герман это не пройдет. Герман... не пропустит эту заявку и так далее, и тому подобное. Плохо дело. Да, очень верно сказано. Прям в самую точку. Еще картошку будете? Да нет. Я все-таки на диете. Может, все-таки прошла? Не хочу тебя огорчать, но если ректор поставил минус... вероятность 0%. Откуда ты знаешь? Опыт. Мое второе имя. А как твое второе имя? У меня нет второго имени. Так я и знал. Нарекаю тебя красота. Отныне твое второе имя – наша красота. Ну чё? Списков еще нет. Ясно. Аллилуев Олег. Джессика Костикова. А как у нее второе имя? Чего? Будешь Чухлома. Мне не нравится. Ну тогда будешь Роза. Ладно, баронесса, адьос, я побежал на студию разводить мизансцены. А это кто? Режиссер. Да ладно. Ну-ка, руки брось от меня, скалы! Я вам покажу! Кто такой Васька Филиппов? Вася! О, Саня!
Иванова. Костя, почему довели до скандала? Нельзя было увезти. Она все знала. И убили ее за то, что она все знала. И меня убил. Да. Тоже. Вот увидишь. Артемидов все мстит. Костя, хватит орать. Я улечу. Саня, я улечу. Где завтра машина моя? Прямо у входа. Далеко, далеко. Пошли. Ага. Куда можно далеко без визы? Казахстан. Мне нужно к Зое. Моей Зое. Зоя мне поможет. Она всегда мне помогает. Дай телефон, Сань. Я позвоню. Подожди, подождите. А на какую студию? Я вторым работаю у Германа. Слыхала про такого продюсера? Не, не слыхала. А кем работаете? Вторым продюсером? Нет, вторым режиссером, Роза. Кино снимаете? Ну, соучаствую. Постановщик пока не вышел, так что роль предложить не смогу. Да и поучиться тебе сперва не помешает. А если у меня талант? А у тебя точно талант? Точно. Угу. А ведь Герман, он продюсер на фильме «Мистер Тимиды», правильно? Я на плакате видела. Там, где Дольчикова играет. Ну, то есть играл. Правильно. Вот как раз там я и был вторым. Что теперь с проектом будет, одному богу известно. Ну, в смысле Герману. Так ты, получается, и Дольчикову знал? Ну, ясен хобот. А не в курсе? Часы-то ее нашли? Какие часы? Ну, медальон. А его искали? Ну, так они ж пропали. Да ладно. Про часы не знал. Светка с ними никогда не расставалась, даже в кадре. Всю плешь этими часами проела. С костюмерами ругалась, когда они их забрать пытались. До свидания, Владимир Николаевич. Хорошего дня, Олежка. До свидания. До свидания, девушка. А чего тебе дались-то светлые часы? Ну, ее из-за них и убили. Да ну нет, тут из-за часов не убивает. Вот из-за роли запросто. А часы кому они нужны? Ладно, баронесса, чем могу быть еще полезен? А можно с вами на студию? Да можно, а почему нет? Круто! Да. Там, кстати, сегодня еще массовку будут набирать в сериал с красочным названием ПТУ. Может, и вы на что сгодитесь? Так, кто на ПТУ налево, кто на Северьюжью долю направо. Все проходим по спискам, паспорта в раскрытом виде. Давай, давай, баронесса. Оль, привет, запиши девочек. Куда записать? Да и туда, и туда. Ага, хорошо, давайте паспорта. Олег! ПТУ Олег. Это просто теперь улыбнись. Давай быстрее, у них уже все готово. Оля, работай. Иду. Здрасте. Я. У тебя 3 минуты. А насчет Светки ты лучше вон у Милки спроси. Ладно, баронесса, я побежал. Удачи. А, подожди, подожди. Я ее вчера в институте видела. Она что, с Дольчиковой дружила, что ли? Да не то слово, подруги не разлей вода были. А кто эта Милка? Ну, когда надо, помрешь. Когда надо, ассистент по всем делам. А почему с ней Дольчикова дружила? Она же звезда. Так ведь люди, красота наша, не с договорами на работу дружат, а друг с другом. К тому же они в театралке вместе учились. А. Только Светке подфартило, она сразу сниматься начала. А Милка вон сидела, сидела, да ничего. Вот на съемках подрабатывать и стала. Молодец, не сдалась. А то сколько вашего брата впустую пропадает? Почему пропадает? Да потому что таких, как вы, талантливых дофигища, а работы Олег, мало. Блин. Дай договорить. ПТУшники без тебя там пробы начать не могут. Здрасте. Здрасте. Иди уже. Иду. Такова ваша Севрюжья доля. Ну ты давай, красота, не теряйся, а то очередь за славой прозеваешь. Давай. Привет. А ты куда пробуешься, в ПТУ или в Севрюжью долю? Привет. А что он говорил, вы не поняли? Кто говорил? Ну, Филиппов, он сказал, что Дольчикова, мол, убили, его тоже хотят убить, еще про какой-то мистер Тимиды. Полагаю, Вася слегка тронулся на почве алкоголизма. А «Мистер Тимиды» — это фильм, в котором Света снималась. А у Филиппова с Дольчиковой что, серьезные отношения были? У Васи? У Васи со всеми серьезные. Только недолгие. Удивляюсь, как его жена это терпит. Он что, женат? А как же? Киношники дома все женатые. Только в экспедициях разведенные. И что, его жена тоже в кино работает? Нет, у нее адвокатское бюро, кажется. А как ее зовут? Зоя. Да какая разница? Странно. Убивается по возлюбленной и при этом собирается звонить жене, которая еще и адвокат. Хм. Так, идемте на кастинг. Вы мне понадобитесь. Давай, я ничего не понимаю в кастингах. Зато вы понимаете в текстах. Идем. Конечно. А вот это Мызникова, да?
Я тебя потеряла. Да меня папа увез. А сегодня в полиции мне идиотские вопросы задавали. В присутствии адвоката. А мне вчера только без адвоката. Ты что, решил в кино сняться? Да ну, я здесь с Ромкой. Он мечется где-то на нервной почве. Ну, а я здесь с ним... Для моральной поддержки? Ну да. Только я ему сегодня уже сказал, что завтра с ним ни за что не поеду. Здесь все в постоянной истерике. Так все роль хотят. Видишь, у кого листочки, у всех, видимо, эпизод. А у Ромки твоего, кстати, массовка или эпизод? Ну, мы с ним учили какую-то ерунду в машине. Я старуха, а он отморозок. И он пытается у меня пенсию отнять. Значит, эпизод. А как ему эпизод-то дали? Я не знаю. А где Джессика? А нет, 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 подождите, вот. Вот к этой сцене, да. А что у тебя следователь спрашивал? Ну, как все было. Я ему про часы рассказала. Про какие часы? Ну, я сейчас не хочу об этом, я переживаю. Так поступала бы к нам на исторический. У нас вот никто в истерике не бьется. Я не хочу на исторический. Я актриса. Понимаешь? А актриса. Понимаю. Оля, иди сюда. Ты мне нужна. Держите. Хорошо. Помочь надо. Это Мила. Помрешь. Блин, я хочу туда. Мне кажется, там кастинг на главных героев. Надо что-то придумать. Что мы можем придумать? Да ничего не можем. Быстрее. Сейчас продюсер со сценаристом придут. И в костюмерку зайди, шляпу возьми. Блин, ну что, разорваться, что ли? За мной. Оля, подождите, пожалуйста. Нас Людмила к вам послала на помощь. Давайте поднос. Мы сейчас все помоем и принесем обратно в павильон. Супер. Только мыть ничего не нужно. Мы сейчас в буфете возьмем чай, кофе, бутерброды и пирожная картошка. Ага. А девушка с нами? Конечно. Пойдемте. Класс. Иди аккуратно, здесь провода. Как ты это здорово придумал? Папа говорит, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и жалеть всю жизнь. Валера, ну вот, чего вот, плохо на 4, и к зеленке отверни. Да, да. Вот здесь, вот здесь, протри. Ага. Вот здесь, хорошо. Ну, спасибо, жизнь. Вот, вот, вот это кусок, но это... Ну, правильно, я же говорю, нужно точную пристройку найти. Эдик, прости, пожалуйста, ты реально считаешь, что это можно сыграть? Оля, Оля, не надо. Подожди. Сыграем и не такой играть. Эдик, ты не ответил. Слушай, не хочешь, не играй. Мила, где рация? Я рацию где-то проспал. Она здесь. Вот, Эдуард Вадимович. Угу, давай. Господа, надо ускориться. У нас еще 4 пары сегодня. Оля, надо собраться. Я собрался уже. Мы готовы. Хорошо, приготовились. Мотор, камера. Камера есть. Севрюжья доля, пробы. Пара первая, дубль один. Лёха, телегу плавнее. Галя, ну что ты там? Брысь! Тишина. Начали? Ну я же не знал, что она моя дочь. Она твоя дочь. Теперь я это точно знаю. Точно. Зачем же тогда... Зачем ты обманула меня, что она не моя дочь? Я не могла иначе, я не хотела делать аборт. А жизнь мою ты сломать хотела? Что я скажу своей новой семье? Детишкам что скажу? Знаете, дорогие мои, ваш папа, оказывается, подлец. Ты стал бы подлецом, если бы убил нашего ребенка. Я не верю тебе. Она твоя дочь. Можешь в этом не сомневаться. Любимый, поверь мне. И прими ее так же, как когда-то ты принял меня. А твоя новая семья все поймет. Поймет и простит, если любит так же, как люблю тебя. Так, коллеги, стоп! Кто там командует? О, Александр Наумыч! Не ждали, не ждали. Какая честь! Честь, честь. Разрешите представить Антонина Морозова, наш сценарист. Здравствуйте. Здравствуйте. Она в этом Кто? Проекте не задействована, но, надеюсь, поможет нам во всем разобраться. За плечами Антонины Федоровны уже несколько замечательных сценариев. Ты чего? Сейчас мы с ней потихоньку... Ты видишь сценаристку, которую Герман привел? И сделали кое-какие выводы. По-моему, текст тяжеловат. Что скажете? Ну, актерам неудобно. Да не то слово. Простите, пожалуйста. Ну,
люди... Ну да, не симпатичные. Коля прав, тексты написаны очень красиво. Да, я заметила. Это моя мать. Я видела всего сценария, может быть, это исключение? Это не исключение. По крайней мере, эту сцену придется переписать. Как? Как переписать? Простите, сценарий утвержден, и вами, между прочим, я извиняюсь, конечно. Я что, его читал? Когда утверждал? А вот это вот напрасно. Ну, попробую. Так, перерыв. Нет, не надо, перерыв. Я сейчас быстро. Позвольте ручку. Сейчас, я быстренько. Можно? Спасибо. Эдуард, вы когда в съемки уходите? Через месяц. Да, временно. Ты здесь что, на нелегальном положении, что ли? Я думаю, весь сценарий перепишу. Александр Наумович, мы тогда вообще в производство уйдем. Ну, вот. Угу. Пожалуйста. Спасибо. Угу. Остроумно. И мотивация появилась. Ну да, есть что сыграть. Ну что? Другое дело. Угу. Мы готовы. Да? Я и не сомневался. Роган, да. Прошу вас. Приготовились. Мотор, камера. Камера есть. Севрюжья доля, пробы дубль два. Можно? Держи. Тишина! Леха, телегу плавнее. Начали! Ну почему ты все время молчишь? Мы с тобой не виделись столько лет. Пошли отсюда. Мне нечего тебе сказать. Моя мать, моя собственная родная мать, пишет эти сценарии. А я ничего об этом не знаю. Это что, плохо, что ли? Нет. Ого, твой велик? Нет, блин, чужой. Класс. А можно прокатиться? Ну, я один кружок всего. Можно. Спасибо. Джесс? Что случилось? Все. Что все? Украли у меня все. И телефон, и деньги, и паспорт. У меня всю сумку куда-то забрали. Что случилось? Джессики сумку украли. Как украли? Где? Здесь. Я только на секунду отошла, и все. Все. Я как? Как я теперь? Как я домой теперь? А я так и не поступила. Тише, тише, перестань. Никуда. Я утоплюсь. Я... Да перестань. Я так больше не могу. Я все. Кругом сволочи одни. Мне теперь спать негде. Ну поедешь ко мне, с бабушкой я договорюсь. Твоя? О. Моя. Где ты ее нашел? В урне. Так обычно и делают. Ценности забирают, а сумку выбрасывают. Нет ничего. Ни паспорта, ни денег, ничего. ЧТД, что и требовалось доказать. Так всегда мой папа говорит. Ну, тогда стопудово ко мне поедем. Как? У меня даже денег на метро нет. Так, у меня есть. На всех хватит. Сейчас только нужно Ромке позвонить, чтобы не ждал меня. Да и папе тоже. Редакторы не обманули, вы действительно профессионал. Да не смотрите вы на меня так. У вас все получится. Я не буду переписывать сценарий Филиппова. А я вам работу не дам в следующий раз. Это шантаж. И угрозы. Подождите, будет еще и подкуп. Да как же вы не понимаете? Этот фильм не переписывать, его закрывать надо. А вы на нездоровом ажиотаже вокруг смерти этой бедной девочки хотите дивиденды сорвать, но это просто какое-то свинство. Я. А вы знаете, сколько уже вбухано в этот проект? Фух. Дивиденды. Да при чем тут дивиденды? Фильм нужно закончить хотя бы из уважения к памяти Светы. Тем более, получается, что я виноват перед ней. Почему виноват?
Потому что она из-за меня поехала в этот институт. У нее была смена, она снималась. Вася запил, я смену отменил. Не отменил бы, может, ничего не случилось. А знаете что? Что? Давайте я вас домой отвезу. Нет, ну что вы, не надо. Ну и забрались вы. Знали бы вы, какой здесь воздух, Александр Наумович. Саша. Зовите меня просто Саша. А я буду называть вас Тонечка. Вас редакторы так называют. Можно? Да, можно. Господи, что это за машина? Оль, что-то случилось. Тонечка! Ну и что? Ну с кем не бывает? Она же не виновата. А Даня просто нас провожал. Да, я провожал. Пап, я же тебе позвонил. Да мало ли, что ты позвонил. Почему я должен гоняться за тобой по всей области? Мама, да. Что у вас здесь происходит? Ой, понимаешь, приехала Настя. С ней мальчик и девочка. А девочка, ты где? Я здесь. Мне все украли, все. Ничего не оставили совсем. Я буквально на секунду отошла от сумки там на ступеньках, а потом сумки вообще. Андрей Данилович, может, поедем? Подожди. Данил, ты можешь объяснить, что происходит? Пап, я же тебе все уже объяснил. Так, все, стоп. Как хозяйка дома, объявляю перерыв. Настя, возьми подружку, умойтесь и помойте руки. Мальчик, сядь сюда. Вы кто? Я? Я отец этого мальчика, Андрей Данилович. Прекрасно. И вы присядьте. Вы кто? Это моя охрана. Вадим, вернись в машину. Господи, еще кто-то. А вы откуда? Я с киностудии. Вы не уехали? Ну, как видите. Мама. Да. Это Александр, Герман, продюсер. Мы работаем вместе. Марина Тимофеевна, моя мама. Очень приятно. Здрасте. Ну что, будем обедать. Детям надо поесть. Детям надо пожадниться, а не поесть. Божественно. Люди так не готовят. Вы, наверное, шеф-повар в метрополе. Я искусствовед. О, плохо наше дело, Даня. Будем приезжать сюда столоваться. Ужас, как вкусно. А, простите, не осталось еще пирожков? О, сколько угодно. Тонечка, подай, пожалуйста, в кастрюльке. Могу забрать. Спасибо. Пожалуйста. Можно мне тоже? Конечно. У Джессики украли деньги, телефон и паспорт. У кого украли? Это я. Можно просто Джесс. Короче, мы были на студии. Там сейчас пробы в сериал ПТУ. Между прочим, расшифровывается как «Пускай тебя убьют». Это я прочитал на хлопушке. Это рабочее название. И увидели Джесс, и поняли, что должны ей помочь. А может, чай с мятой? О, это было бы прекрасно. Сейчас сделаю. А можно и мне с мятой? Конечно. А мы там вас тоже видели. Вы были с Настиной мамой? Да. Мы были в том павильоне, мамочка. А мы что, как-то неприлично себя вели или что? Или что? Настя... Мы потом поговорим. Сейчас надо с Джесс разобраться. Джесс переночует у нас, в Настиной комнате. Спасибо. На здоровье. Надо позвонить родителям. Или уже позвонили? У нее же телефон украли. Тогда с другого телефона. А номер? Номер в телефоне остался. Это скверно. Номер родителей неплохо бы знать наизусть. Напиши мне полное имя родителей и даты их рождения. Зачем? Постараюсь их отыскать. Ну ладно, напишу. У тебя есть ручка? Идем. А ты откуда приехала-то? Ой, так это, фантастика. Из Клюсы я. А это где? Под Псковом. А-а-а.
Раньше считалось, что домашняя библиотека – это признак интеллигентности и одновременно зажиточности. Так почти все вернулось обратно. Только теперь наличие хоть каких-нибудь книг является признаком интеллекта. Вы абсолютно правы. Вот, Джесс написала. Ага. Чехов, Достоевский, Диккенс. У вас Аверченко есть. Очень люблю Аверченко. А это книги моего отца. Не читали? Нет. Это был самый лучший писатель. Настя. Ба, отстань. Ты никогда его не любила. Ледяная роза Агури, Феофан Кон. Дашь почитать? Не могу. Она еще при жизни папы вышла. Вдруг потеряете. Настя. Я понимаю. Попрошу помощника, он найдет. Пора прощаться. Было очень приятно познакомиться, Марина Тимофеевна. Взаимно. Как-то неожиданно все вышло. Генерал Лепницкий собственной персоной. Что я Насте-то скажу? Ой, скрывали, скрывали. Что скрывали? Да, долгая история. Дашь свой телефон? А то опять потеряемся. Да, конечно. Записывай. Вадим? Поехали. Дань, давай быстрее. А, блин, мобильник дома забыла. Есть бумажка номер записать? Сейчас. Я, пожалуй, тоже поеду. Да. Ага. Тонечка, я жду вас завтра у себя. Все решим, обсудим. Во сколько? В 11. Угу. Угу. До завтра. До свидания. Пока. Видеть тебя не могу. И слова тебе больше не скажу, поняла? Два голубых солнца, висевших над зубчатыми пиками ледяных скал, заливали мертвенным светом долину теней. Так называли это проклятое место проводники. От страха его тренированная выносливая хорса щерилась, грызла упряжь, и по ее мускулистому телу время от времени пробегала волна дрожи. Это приводило его в беспокойное смятение. Он знал, что хорса предчувствует беду. Эти животные обладали телепатическим даром. Обалдеть! Это твой батя написал? Угу. У него много хороших книг. Есть еще «Братство Рапир», «Дикие снега», «Каменные кентавры времени». Алло? Даня, привет. Это Настя. Слушай, а ты можешь адрес Филиппова достать? Какого Филиппова? Ну, Режика, который Дольчикову снимал. Наверное, могу. А зачем тебе? У меня появился план.